Вот так вот, это называется естественная заморозка наваги. Для тех, кто не знает, для чего мы рыбу вываливаем на лед. Лед чистый, залитый свежей водой, чтобы он промерзает. И сверху мы уже вываливаем. Вот так вот наважечку одним слоем раскидывает по льду. Все, ребята лопатами проходят поперек. Сначала так. Прям каждую полосочку надо пройти. А потом выстраиваемся друг за дружкой и идем вдоль. Все, вот это все поле мы застилаем. Здесь порядка 80 тонн лазит. Ну, чуть меньше, возможно. Ну, вот так вот мы все это делаем. Лед периодически мы заливаем, чтобы свежая водичка была, чтобы навага на свежий лед легла. И все. Так и легче лопатой отдирать. Давай. Вот свой. Значит, поперек сначала ее делаем, потом вдоль. И на третий раз уже через 2 часа проходимся, и все, она уже стеклянная становится. Вот таким образом. По рядку. Через лопату. Вываливают навагу с КамАЗа, и ребята проходят лопатами по ряду, переворачивают навагу. Таким образом она обмораживается для определенной